Ребят, сегодня у нас с вами будут математические трюки. Трюк первый. Как легко умножать на 9? Допустим, нам надо умножить 9 на 7. Для этого нам с вами понадобятся наши руки. Берем и мы же множим 7 на 9, так что отсчитываем 7 палец. Вот это вот, ну, решайте, вот начало, вот это вот 7 палец от начала, и мы его загибаем. Теперь считаем, тут у нас осталось до этого пальца 6 пальцев, а после этого пальца 3 пальца. Складываем, получается 63. Но так умножать работает только с числом 9. Математический фокус номер 2. Этот фокус подойдет, если вы хотите разыграть вашего друга или сделать вид, что вы читаете его мысли. Загадай любое число от 1 до 10. Теперь умножь это число на 9. Теперь сложи цифры. Допустим, если это было 63, то складываем, получается 9. Ясно? Но если вы умножили на 1, то вы не складываете, потому что просто остается у вас 9. Теперь приплюсуйте к этому числу 5. Я знаю, у вас получилось 14. Если нет, проверьте, все ли правильно вы сделали.